Свой выбор дотерминово зробили у молодой семьи Бируковых. Карина и Яуген 10 вересня брали шлюб. И одразу после этого молодые наведали выборчий участок. Вместе мы уже больше 4 лет и вот решили пожениться. Ну, решили прийти, как бы, выборы, нужно проголосовать, нужно поддерживать политику страны, и вот мы решили день свадьбы прийти. Мы выбрали 10-е, так получилось. И совпало. Да, да. Совпало, днем выборов. За 5 дзён до терминового голосования свой выбор зрабілі больш за 33% выбаршчыкаў Магілёўскай вобласці, якія былі ўключаны ў спіс для галасавання. Крыстіна Каранкевіч, Андрэй Шуляк, Мікалай Собалеў, Навіна Рэгіён.